ориентирует между Стейтен Айлендом и Манхэттеном. Это бесплатный паром, ходит приблизительно каждые 30 минут, и вся поездка длится 20-25 минут. Вот Манхэттен, мы сейчас едем из Стейтен Айленда. Это два разных, первая часть ее посетила, я просто Парам подходит достаточно близко к статуе свобод, свободы, и поэтому он еще бесплатный, поэтому много желающих быть на этом пароме. Он очень большой, вмещает огромную кучу людей. Вот справа, вот это Манхэттен, справа от Манхэттена, это Бруклин. Это Бруклин. А вот это Джерси. Фактически это другой штат, хотя он расположен очень близко к Манхэттену. Вот хорошо видно строящиеся башни. Место Паши торгового центра, Паша Близнецов, вот это новая строящаяся Паша. Luego la entrada.